Наша телекомпания продолжает следить за ситуацией, которая накануне напугала отдыхающих на озере Земснаряд в Автозаводском районе. Напомним, нижегородцы сообщили, что на теле купающихся детей после нахождения в воде стали появляться аллергические реакции. Сотрудники Роспотребнадзора уже провели забор проб воды из озера и песка с берега. Примечательно, что по биохимическому составу вода соответствует нормативам. В порядке и песок на пляже. Сейчас уже совместно с ветеринарной службой проводится исследование проб воды именно на наличие в ней личинок червей циркарий. Результаты исследований будут известны уже в ближайшие часы. Исходя из этих результатов и будет принято дальнейшее решение, что делать с пляжем на автозаводе.